Традиции и инновации, традиции, общество и личность – такова тема очередных рождественских чтений. В Кузнецке они проводятся в 14-й раз. В этом году форум стартовал в стенах Кузнецкого музыкального колледжа. Те традиции, которые зародились и продолжаются уже второе десятилетие, они набирают обороты. Вот сегодняшнее мероприятие, оно именно социально-общественно значимое. Священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, педагоги, учащиеся средних специальных учебных заведений, школьники. Таков состав участников нынешних чтений. Предложенную на общероссийском уровне тематику форума кузнечане будут раскрывать в течение 10 дней. Всего прозвучит 45 докладов на различных площадках от школ до библиотек. Вот в этом общении мы как бы кристаллизуем, вычищаем те важные формулы, формулировки, которые так нужны нам в повседневной жизни. И именно на них строится, собственно, наша обыденность. Мы имеем определенные духовные направления, определенный вектор в небо. Выступления участников рождественских чтений будут посвящены проблемам образования, миссионерской деятельности церкви, работе с молодежью, в том числе и в вооруженных силах. Авторы лучших докладов примут участие в региональном этапе форума.